Здравствуйте, дорогие подписчики, с вами Елена. Я сейчас буду делать расклад на картах Ленорман на такую тему. У кого проблемы на данный момент с их мужчиной? Кто-то в ссоре, или расстался, или еще что-то. Какой вообще был фундамент отношений? Что было с этим мужчиной, не вернется? Будет ли будущее? Какой он вас представляет? Каким вы его представляете? Какие у вас есть страхи или надежды относительно этого мужчины, и итог расклада. Я вам сейчас все покажу. Что этот мужчина из себя вообще представляет? Это карта змея. Ну, мужчина умный, сексуальный. Ну, у некоторых, конечно, мужчина, который обманывает. Обманывает, и, в принципе, из-за этого произошла ссора, либо какое-то вот даже расставание у кого-то. Какой вообще фундамент в этих отношениях? Это карта рыбы. Ну, это, конечно же, чувство. Чувство к этому мужчине. Начиналось все красиво, романтика. Что было в этих отношениях и никогда не вернется уже. Иллюзии. Это тучи. Иллюзии, что вы себе настроили, многие девочки, не вернется. Это уже, это все остается в прошлом. У некоторых девочек какие-то, у кого были сомнения, это все тоже остается в прошлом. И это уже не вернется. Так, теперь давайте посмотрим, что же будет в ближайшее будущее. И это вышел сам мужчина, о котором мы и спрашивали. Он будет, вы помиритесь. Или, если не ругались, вы просто не общаетесь, мужчина выйдет на связь. А что будет более заглянем в далекое будущее? Это гора. Да, будут какие-то препятствия. Будут препятствия, но если вы любите изначально любовь, чувство, то все препятствия, в принципе же, можно и преодолеть. Так, а какие у вас есть страхи или надежды относительно этого мужчины? Надежды, что он будет вам верен, что вы можете ему, сможете ему доверять. Вы на это очень сильно надеетесь. А какой же он видит вас в паре, ваш мужчина? Очень обязательный. Очень обязательно, если вы что-то говорите, вы даете обещание, вы всегда это исполняете. Он вас видит вот такой вот. А каким же вы видите своего мужчину? Вы его ревнуете. Многие его ревнуют, думают, что у него есть другая женщина. У некоторых же девочек ваш мужчина себя ведет как женщина. Есть у него такая женская немножко натура. И какой же у нас будет итог нашего прекрасного расклада на мужчину? Это карта гроб. Да, у некоторых эти отношения сойдут на ноль. Закончатся. Кто расстался, как бы и расстались, уже не будет ничего. У некоторых очень сильные страхи. Если мужчина обманывал, он и будет обманывать. Если мужчина предавал, он и будет предавать. Да, вот такое вот тут вот идет несоответствие. Вы хотели бы видеть одного мужчину, но мужчина совершенно другой. Вот такие вот дела. У кого уж совсем ужасные отношения, тяжело все складывается, переживаний очень много, нервов. Лучше, конечно, расстаться с таким мужчиной и идти дальше. Впереди много, намного лучше и намного порядочнее и вернее замечательных мужчин. Нужно только просто лишь всего лишь найти. Желаю вам найти своего мужчину, кто будет в поисках, а кто захочет все-таки попробовать восстановить отношения со своим нынешним. Желаю всего самого наилучшего. С вами была Елена. До свидания.